И снова здрасте. Мы продолжаем играть в Paint the Town Red. И мне тут подкинули еще один уровень. Тоже один из постоянных авторов. Уровень называется Train Mged. Короче, вот Мгаде. Я не знаю, как она считается. Уровень создан Red Cat'ом. Это, как я уже сказал, наш постоянный автор. И в чем фишка этого уровня? Уровень этот сделан на сложность. Я несколько раз, я не знаю, сколько раз я пытался его пройти, я его не прошел, я не смог его пройти. Попробуем сейчас, как говорится, всей толпой. Может, оно получше пойдет. Итак, поехали. Train Mged, Мгаде, ну гадов там полно, это понятно, но буква М означает, я не знаю. Итак, в чем смысл? У нас есть небольшое помещенице, вот здесь. У нас есть паровоз, вот это паровоз, вот он. Как видите, он под завязку забит злобными дяденьками и тетеньками, у которых есть микрофон. Они, видимо, тоже на Ютубе работают. Среди них очень большое количество байкер-боссов. Имеется пират, минимум один, имеются боксеры. Вон там перчатка виднеется. Вот. Огнестрела здесь я не видел. Да, его здесь, походу, и нет. То есть нужно в рукопашную сложить все вот это чудо. Проблема в том, что предметы вроде как есть, но их не так много. А противники, как я уже и сказал, и даже показал некоторым образом, они сложные. Вот во-во-во понеслось, да, вот уже они делают. Видите, то есть даже предметом они не убиваются так просто, как хотелось бы. А ХП утекает, дополнительного ХП нет. Где дубинка? Куда, куда ты? Голожопый, побежал. Давай кувыркайся теперь. Вот. То есть уровень сделан именно вот на сложность. Вот прям хардкор, ё-моё. Ты чё встал? Отдыхали же. Если бы все противники были такими, вот обычными, то откуда ты взялся вообще? Из стены, что ли, вылез? Это было бы, ну, попроще. Он был бы проходибельный изначально, но... Здесь очень много вот этих вот ребят. Надо вот убрать пирата, пока у меня... Ладно, у меня ничего нет. Хорошо, но все равно надо бы убрать пирата. Пираты очень быстрые и очень живучие. Видите? Кувалду об него разбил всю. Ой, извини. Извини, мужик, я в пирата целился. Ну ладно. Я думаю, он простит. Привет. Слезай оттуда. Берем пилу. О, пока есть пила, все хорошо. Она скоро закончится. Это накаркал, закончилось. Да ё-моё, не в того попал. Такими вот порциями они вылезают из паровоза и начинается кирдык. Блин, не добил. Здесь узкий коридор, то есть драться здесь сложновато. Дайте что-нибудь. На. Поворачиваться от быстрых выпадов, видите, тоже сложно. То есть надо как-то двигаться вправо, влево, влево, вправо. Да дайте пройти, твари тупые, жрите курицу. Что-нибудь есть из предметов? Ножичек? Они на этот ножичек вложили болтичек. Лопатка виднеется вдали. Выросла, торчит из пола, растет. Поливали ее, видать, хорошо. Выросла, блин, на нафиг. Что вон? Такой вот уровень. Лежи, лежи, говорю. Не вставай, не надо, вставай. Глупый пингвин. Так, где-то тут валялись еще нунчаки, но я их не вижу. Куда ты? Я в тебя сейчас всю посуду перекидаю. Ну вот. А я предупреждал. Бита сломана. Вот и предметы уже к концу подошли. А там еще полный паровоз, между прочим, этих самых пассажиров. И все они явно настроены недружелюбно. Я бы кого-нибудь выпилил из таких посильнее, но я до них не могу дотянуться.
такой момент тоже здесь присутствует. Я бы вот против боксера выпил. Оп! Пока у меня есть лопата. Потому что без лопаты с ним как-то сложнее договориться. Лопата — это хороший аргумент переговоров с боксером. Предметы. О. Ты серьезно? Гребешок? Расческа? А чё не тюбик пасты зубной? Да нафиг. Гантелька. Да выпрямись ты, я не могу попасть. Привет. Я надеюсь, это был не машинист. Прикольно будет, если сейчас кто-нибудь из них упадет на педаль газа, условно говоря, в паровозе, если таковая имеется. И этот паровоз на меня. И все. И приехали. Сейчас кажется, что все хорошо, вроде как все нормально. На самом деле это не так, потому что в какой-то момент они начнут из поезда вылезать в количестве, превышающем здравый смысл. И вот тогда мне будет нечем с ними драться. Рукопашную? Ну, что ты сделаешь рукопашную? Тут даже способности не очень помогут. Потому что больших дядек способностями особо не возьмешь. Боксера, например, волной ударной не сбить. Выстрел раздался, повар упал. У меня еще дубинка есть. Тут есть еще один боксер. Боксер, иди сюда. Дубинка, конечно, не лопата, но тоже аргумент. Надо ее пока положить, пока не пришли большие дядьки. Попробуем их повыманивать по одному как-то и выпиливать. По тактике, ой, ё-моё. Каска не спасает. Потому что надо было ЗШ покупать, и нету хрень. Если у тебя был ЗШ с поликарбонатовым забралом, я бы его не пробил с кулака. Привет. Кигельбан. Эй-эй-эй-эй-эй! Спина, 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 спина. За спиной надо смотреть, все время эти засранцы любят подкрасться и в спину ударить. Так. Гитара? Серьезно? Гитара — это не аргумент. Дубинка — это аргумент. Боксер! Иди сюда, боксер. Блин, боксер, все, свободен, у меня кончились аргументы. Наши переговоры продолжатся в другой раз. Так, кружечкой можно тебя попробовать. Ну вот, я победил боксера в рукопашку. Значит, я крутой. У меня еще есть гребешок. Ну вот как-то сейчас они постепенно, постепенно, постепенно. Обычно они толпой вываливались. И мне нечего было возразить. Но там еще полно противников серьезных. Мелкие меня, как видите, не пугают. Их может быть столько. Вот если бы они все были мелкие, мне было бы насрать. Я бы их просто перепинал всех. Без вопросов. Но тут много вот сильных ребят. Бам! На нафиг! Еще нафиг! О, вылез пират. Что мне с пиратом делать? Мне его нечем вдарить. Чем мне его убеждать в его неправоте? А кто тут упал? Ты зачем упал? А куда пират делся? А вот он. Так, выманиваем его одного на улицу из паровоза. Что там? Бутылка? Так. В этой помойке еще что-то должно быть, нет? Не должно быть. Яблоко! Red Hat, ты что? Что я должен яблоком этим или помидором делать с этим пиратом? Вот это еще я понимаю, можно покидать. Ему больно. Эй! Что я... Зачем я это сделал? На кой черт я это сделал? Блин. Этого не надо было вообще делать ни разу. Потому что, во-первых, сейчас все потратится, а во-вторых... Это их не убьет, а только разозлит. Колпак в слоумо. Колпак улетел в слоумо.
Ну вот, пожалуйста, что и требовалось доказать. Приперлись эти вот. Ну что я с ним должен делать? Ладно, еще он один. Вон там второй уже приперся. Пушка. Баклажка. Уже выбирать не приходится. Лишь бы чем-нибудь вдарить. На нафиг. У него вообще ножик. Ему хорошо. Ну, у них вообще все хорошо. На! Радуйся, что я не ту кнопку нажал. Ножик! Ну что, ножик против ножика, гнида. Давай. Что, самый умный? Давай сюда. Вот так вот. На равных ты вообще никто, понял? Дай сюда свой ножик, он мне нужен. Фух, фух. Что-то они не вылезли и не набросились на меня. Десятером. Боксер, 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 боксер. Че, это весь боксер, что ли? А, не, он живой. Надо его миньона этого убрать. Он явно будет лезть и в спину бить. Там подобрал. Спасибо. Надо забирать. Мне больше не нужна. Так, минус боксер. С большими проблемами, но минус боксер. У вас ничего не подобрать? Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Вы кто? Вы кто такие? Я вас не звал. Покиньте территорию. Знаете, тебе потыки. Короткий в нос и парочка хуков. Еще короткий джеб в нос. Оп, гантелька у меня. На нафиг! И на нафиг! И пшел вон! Еще вопросы есть? Нет? Напинаем тебе рожу. Напинаем. А где моя гантеля? Вот тебе помидор. Чего ты подо мной вскочил? А где гантель? А вот гантель нашел. Ты закончился? Нет? А теперь? Если подумать. Ну да, и гантель вместе с ним закончил. Так, ну что же. Постепенно, неспешно. Если бы я еще не прожал эту кнопку, бессмысленно эту, вот, не активировал бы способность. Хотя, может, кого-то оно и угробило там даже. Я сомневаюсь, но все же. Что там у тебя, ножик? Оп! Кража ножика прошла успешно. Так, у меня берсерк готов, кстати. Если что, кого-то одного сильного можно запинать с берсерком. А, блин, пинка тебе под сраку. Вы любите со спины нападать? Как вам такое, а, отношение? К вашим персонам, да? Ни чести, ни доблести. Там два проституточных бригадира. Там еще есть пират внутри. А что с ним делать? Я не знаю, у меня предметы, по-моему, все вышли уже тут. Хотя в этой помойке их найти. Если даже что-то и есть. Не знаю. Нет ничего. А, бита! Блин, тут есть бита. Пойдемте попробуем спровоцировать пират. Ты не пират. Иди нафиг. И ты туда же. Коллеги к своему иди. Да блин, все мимо пирата пролетело. Все мимо. Падла. Все пролетело мимо пирата. Теперь он бегает за мной. Вот так. Вот, вот когда у меня бита была, он ко мне даже не приближался. Иди отсюда. Ну? Отпинал. Отпинал. Так, а тут еще что-нибудь есть? Нет, тут что-то найти, это прям подвиг целый. Аж целый самый подвиг. Блин, ну где? Ну что? А, во! Нормально. Хорошее, кстати, хорошее оружие. А вот валяется, я его и не вижу. Так, кого бы мне еще тут вытащить такого? Эй, нафиг.
рядовых долбать, конечно, интересно. Ну как интересно, весело. Опа! А вот тебя тут нафиг не надо, извини. Сгинь. Он еще что-то подобрал. Притащил кучу миньонов. Теперь надо сначала выпиливать миньонов. Так. Тут есть еще что-нибудь? Серьезно? Поднос? Я подбираю поднос, это разворачивается и деру. Он все сразу понял и осознал. На, лови. Я не знаю, откуда они тут взялись, но лови. И еще. А ты что тут бегаешь, типа? Думаешь, они тебя защитят? Ну да. Да не защитят они тебя, успокойся. Ничего они тебе не... Ничем они тебе не помогут, понимаешь? Я все равно сильнее. Так, в паровозе там что-то тоже было, но я до этого чего-то не добираюсь. Ключ сломан, подобрать его нельзя. А тут есть сломанный электрошок, его подобрать... Так же, как и ключ. Ну-ка, тут больше чего нет, да? А эти что там застряли? Между собой дерутся? А, ну и слава богу, пускай дерутся. Меньше проблем. А нафиг! Дай сюда. Можно пока обычный народец поколотить. Поваров всяких. А нафиг! Кстати, я могу сейчас опять им небесную кару на них наслать. Через букву Р. Куда у вас тут кондуктор смотрит? Эх, хулиганство! Куда, куда лезешь? Ну-ка, апперкот. 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 Джеб. Хук. С ноги, блин! Че, носик, Бобо? А, нафиг. Так. Ну что у нас? Те, кто вылез, все лежат. Это хорошо. Вот эту сторону попробуем зачистить, нет? Нет, сюда нельзя залезать, потому что если зажмут, потом не выйдешь. У них есть еще те, кого не действует эта самая ударная волна. То есть через ударную волну не выйти. Что у вас за шлемы, говно? Удар с руки не держит. Что это за шлем? У охранника. Что он удар с руки не держит, блин? Это что у него за каска такая? Где ты ее взял? На барахолке, что ли, достал? Вытягиваем их на себя. На нафиг! Че вы попадали-то все? Я вас вообще не трогаю. Тихо. Оружие у кого-то там, да? У кого оружие? У кого тут за оружие? У кого оружие? Ну-ка, бросили быстро. У тебя оружие? У него сюрикен, он ниндзя. Ладно. А как он апперкот-то улетел? На нафиг! Бам! И ручка повисла печально. Ну ладно, что я могу поделать? Вам виноват. Не я же виноват, в самом деле. Тут была куча сюрикенов. На нафиг! На нафиг! На нафиг! Так, этому, по-моему... Офигу, блин, кто-то меня пробил куда-то! Дайте пройти! Вот я говорил, почему вот сюда нельзя заходить? Потому что если что, ты не выйдешь. Ну или так. На, блин. Тайминги? Не слышал. Иди под поезд. Поиграй в Анну Каренину. Ну, что там? На, блин! Безбилетники! Да,
Ё-моё! Ну с этой дверью не так. То ты в нее заходишь, что ты через нее не выходишь. Да на, блин. И тебе туда же. Пошла вон. Кого я попал с ноги, вообще не понял. Кстати, дополнительного хп здесь тоже нет. На, блин. Куда? Драчунья. С букву А, блин. Короткий джеб в ухо. И от хп у меня уже практически ничего не осталось. Но что-то я в конце сам как бы начал, так сказать, увлекаться. Типа, сейчас я достаточно далеко улез. Так далеко я еще не заходил, поэтому расслабился. Видите, как только расслабился, все, тебя сразу наказывает уровень. Надо предельно собранным быть. На нафиг. Из разозленных никого нет. На! Что у вас еще есть? Блин, эти шляпы, все вот это вот. Игровая. О, давайте, вылезайте, разозленные. Не хотят. Ну и не надо. А нет, хотят. Спину нельзя подставлять под дверь. Бам, аж нога застряла, смотри-ка. Земное притяжение его победило. Господи, чё ж ты так дрыгаешься-то? Я тебя так не бью, как ты дрыгаешься. Так, может, тут что-нибудь еще осталось из предметов? Кружечка, не знаю, чашечка, ложечка. Щетка зубная. Зубочистка. Ей тоже можно больно в глаз ткнуть. Эт, блин. Спасибо тебе, шляпа. Варская. Во-во-во-во-во-во. Вот то, о чем я говорил. Полезли толпой. Смотрите, сколько их вывалилось. Я в него даже не попал. А он что-то крякнул. Да ладно. Легли двое. А нафиг. Так. Он что-то подобрал. Ну что подобрал? Шурикен. Ладно, будем драться с шурикеном. Кидаться им. В целях экономии не будем. Хороший прыжок. Я тебе помог, я тебя и убью. О, притащились эти. Ты бутылку где-то разыскал. Ты где бутылку взял, алкаш? А тебе что надо, повар? Это твоя, что ли, бутылка? Да на, забирай. Подожди, она еще нужна. Я потом отдам. Потом, все потом. Вопросы все потом. И не ко мне. Повар. Ух, хорошо пошел, смотрите-ка. Справа ты тысячи, и он улетает. Блин, а повар-то какой живучий. Не, я пошутил, не живучий он ни хрена. Не, на самом деле живучий, падла. На нафиг. И это все? Один упал? Я думал, упадут пятеро, шестеро. У меня сюрикен, не подходите.
Да ё-моё, меня на прическе подкидывает. Эй, сюда. На честный бой выходи. Выходи на честный бой, тварь. Ты тварь. На честный, говорю, выходи. Вот так вот. Осталось 4 рыла. Из них 3 здесь. И один наверху там сидит. Но верхний меня не особо интересует. От этого уже один скелет остался, а ему пофиг. Не, лучше так не делать, потому что может бить в одного, попасть в меня. Проститутошного бригадира может бить, а попадет в меня. Не, сейчас он хочет бить именно в меня. Гаденыш, минус один. Серия ударов ногами с прыжка и без. Каратизмическая. Осталось двое. Ну что? Я справлюсь с этим уродцем без способностей. Типа. Вот здесь они нужны. Здесь берсерка надо врубать и валить его нафиг. На! На! Опа! На! Ты сдохнешь когда-нибудь? Автор? Редкэт, ты сколько напихал ему хп вообще? Все, что в игре нашел, все ему напихал. А нафиг. А не, подожди. Верни мне эту штуку. Я без нее последнего не достану. Он хитро спрятан. А это что там приклеилось к потолку? Вон где последний спрятан. Пиу. Хорошо пошел. Вот такие дела. 114. Блин, я сколько раз заходил, пытался его пройти, я не мог его пройти. Ну вот, подключил вас, смотрите, сразу прошел. Значит, надо так каждый раз делать. Если не могу пройти уровень, надо включать записи, и как бы с моральной поддержкой зрителей просто можно любой уровень в этой игре пройти, не задумываясь. Наверное. Я не уверен. Итак, Train Mgade. В общем, Train Mgade пишется, как оно читается, я не знаю. Сделан этот уровень Red Cat'ом, что можно сказать? Уровень именно на скилл, на то, чтобы его набивать. Новичкам я бы, наверное, его даже не рекомендовал бы. То есть, если вы только начали в это играть, вас здесь сложат без вариантов. Никуда вы не денетесь. Поиграйте немножко, разберитесь в механиках и так далее. Вот. А если вы уже играете не первый день, и вам нужна такая прям вот тренировочка, заморочиться, подраться как следует, именно здесь нет огнестрела, да, то есть здесь именно на рукопашку, если вам нужно потренироваться перед тем, как, я не знаю, куда вы в недра пойдете или еще куда-то, или просто вот вам интересные уровни, которые на скилл, именно на умение мордобоя, одного против толпы, то вот этот уровень как раз вот для вас и сделан. Скачивайте, играйте, ставьте лайки. Уровень достойный. Но специфический. Достойный, но специфический. Еще раз повторюсь, если вы второй день в игре, вам будет очень больно. Но если вы человек упертый, то, в принципе, этот уровень может стать для вас очень хорошей тренировкой. Что ж, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Прописывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег и всем пока.